На аллее славы в Адлере появились новые клумбы. Сочинцы и туристы здесь часто гуляют целыми семьями. С просьбой благоустроить эту территорию обратились местные жители по поручению администрации города. Выполнить все необходимые работы помог депутат городского собрания Сочи Маяк Давыдов. Были созданы две большие клумбы с разными видами растений. Были сделаны клумбы, посажено более 380 растений, сделано ограждение, сделана дренажная система. Также планируем реконструировать полностью спортивную площадку. На спортивной площадке на аллее воинской славы ежедневно занимаются десятки местных жителей. Некоторые приезжают сюда из разных районов Адлера. По мнению жителей ближайших микрорайонов, площадка удобно расположена. Летом можно после занятий спортом отправиться на пляж. Удобно я успеть доезжаю, занимаюсь, потом обратно. Удобно. Я захожу сюда каждый день перед работой. Не знаю, мне кажется, здесь очень удобно. Отличный инвентарь, спортивный. По словам депутата, в ближайшие пару недель на площадке полностью заменят покрытие, установят ограждение и добавят спортивный инвентарь.